6 лет в браке. Люблю тебя. А я тебя. Алло, Ирина Кольцова? Меня зовут Арсений Селезнев, я следователь. Сегодня ночью произошла авария. Ваш муж погиб. Что с Мишей? Его забрала Жанна Кольцова, ваша свекровь. Из-за тебя он поехал в непогоду. Ты отняла у меня сына. Я отниму твоего. Она хочет лишить меня родительских прав. Родительские права остаются за Кольцовой Ириной Георгиевной. Миша потерял отца, не хотелось бы, чтобы он потерял еще и бабушку. Моему сыну такая бабушка не нужна. И вас к нему я больше не подпущу. Вы знаете Станислава Нечаева? Нет. Кто это? Свидетель утверждает, что его столкнули с вашего балкона примерно час назад. Суд признает Кольцову Ирину Георгиевну виновной в непредумышленном убийстве и назначает ей наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Слушай, ты сына увидеть хочешь? Конечно. Надо постараться выйти по условно-досрочному освобождению, ясно? Это зона, а не институт благородных девиц. Хочешь выжить, надо научиться давать отпор. Что вы все здесь делаете? Вы сдаете квартиру Жеку. Я сдаю. Это ваша подпись? А где мне жить? Милочка, ну это ваша забота. Я просто не могу взять на работу провизором человека с криминальным прошлым. Исчезни из нашей жизни, иначе я подам на тебя в суд. Мама, это моя мама! Мишка! Мишка! Я это так не оставлю. К сожалению, у нас судимость. Это клеймо на всю жизнь. Мне необходимо доказать, что я была невиновна, чтобы вернуться к нормальной жизни.